Самаре юные любители кино и их родители станут гостями ежегодного фестиваля «Кино детям». Он объединит игровые, анимационные и документальные фильмы для подрастающей аудитории. Программа получилась богатой и разнообразной по содержанию. В конкурсном отборе участвовали 225 фильмов из 8 стран. Помимо российских режиссеров, свои работы на оценку фестивальному жюри прислали участники из Беларуси, Турции, Кыргызстана, Казахстана, Таджикистана, Ирана и Бангладеша. В результате экспертного отбора в конкурсную программу фестиваля попала 71 картина. Эти фильмы будут представлены в 13 номинациях. Фестиваль, несмотря на трудности, которые мы испытываем, он развивается, он будет развиваться. Мы всегда недовольны результатами. Всегда. И у нас каждое утро планерка начинается именно с этого. Мы не говорим, чего мы достигли, мы говорим о том, что мы не сделали. По традиции конкурсные картины в фестивале «Кино детям» оценивают эксперты из двух жюри – взрослого и детского, в состав которого вошли ребята из детских киностудий Самары и региона. Взгляд современных детей на кино очень важен для формирования фестивальной повестки. Именно они коллективным решением выберут победителей. В состав взрослого жюри фестиваля вошли кинематографисты и педагоги. Их задача – определить победителей в конкурсной программе «Кино снимаем сами», где авторами картин выступили детские коллективы. Фестиваль проводится при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Министерства культуры Самарской области. Прелесть этого фестиваля в том, чтобы мы для себя открывали этих людей, мы для себя открывали режиссеров, мы действительно могли смотреть хорошее кино, которое уже прошло какую-то предварительную экспертную оценку. В церемонии открытия кинофестиваля, которая состоится 17 апреля, примут участие актеры и режиссеры из России, Беларуси и Ирана. Кинопоказы и встречи с участниками пройдут на 80 площадках региона. Показы в рамках проекта «Эхо» фестиваля подхватит сразу несколько российских городов. Картины участников увидят жители Санкт-Петербурга, Владивостока, Находки, города Снежное в Донецкой Народной Республике и других городов. Виктория Шара и Григорий Плешаков. События.